Итак, представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 20 лет, рост 178 сантиметров. Его стиль ММА. Это профессиональный дебют спортсмена, представляющего Академию ММА из Минска, Белоруссия, Виктор Азатян. Его соперник в красном углу. Ему 20 лет, рост 180 сантиметров. Его стиль грэпплинг. Это профессиональный дебют спортсмена, представляющего бойцовский клуб «Беркут» из Чеченской Республики, Россия, Муслим Абдуллаев. Пойди на середину. Внимательно слушаем все команды. После команды стоп не работаем, сетку не держим, затылок, позвоночник не бьем, экипировку не хватаем, локтями в голову не бьем, головой не работаем. Все действия по правилам, пожали руки. Удачи обоим по углам. Первый раунд. Давай.
Давай! 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 Дав
Дорогие друзья, оба бойца показали великолепный бой. И ваши аплодисменты тому подтверждение. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боец Красного угла! Его сопернику!